Как сдержать рост тарифов на тепло и электроэнергию? Один из способов – построить новую современную экономичную парогазовую установку. Сегодня она возводится на территории ТЭЦ-2. Напомню, началась масштабная реконструкция весной 2012 года. Больше половины работ уже сделано. Меньше чем за год специалисты поставили на фундамент котел, газовую турбину и начали монтаж паровой установки. Впереди следующий не менее сложный этап строительных работ. Обвязка всеми трубопроводами, установка всех там насосов, вспомогательное оборудование, ну и закрытие крыши всего теплового корпуса. Сейчас ТЭЦ имеет резерв обеспечить теплом и электрикой весь город, ну, с развитием лет на 10 лет. После ввода блока вообще вопросы об обеспечении города в будущем снимаются. После запуска современной парогазовой установки электрическая и тепловая мощь всей станции возрастет в полтора раза. Почувствуют это и горожане. Во-первых, она существенно остановит рост тарифов, так как расход газа в работе современной установки сократится на 60%. Во-вторых, владимирцам станет легче дышать. Потому что вот новая парогазовая турбина, она будет на 80% меньше выбросов в атмосферу давать, чем теперешние существующие. Надежность, экономика и экология. Вот я считаю, три основных параметра, которые будут достигнуты. Я надеюсь, что к концу года турбина будет уже запущена.